читать японскую прозу и обожает Харуки Мураками. Вот так вот. Харуки. Может быть, Харуки. Я пока не дорос до таких произведений. Добрый вечер. Песня называется «Положение в карман». Лена Бушуева. Положи меня в карман пиджака или жилета, а потом, забыв про это, отправляйся по делам. А потом, забыв про это, отправляйся по делам. Отправляйся по делам. За моря и океаны плохо видно из кармана, но тепло и сухо там. Плохо видно из кармана, но тепло и сухо там. В этой замшевой стране не сойду с ума от скуки. Иногда ты греешь руки, это все, что нужно мне. Иногда ты греешь руки, это все, что нужно мне. Или сказочно добра в виде лучшего подарка мне расскажет зажигалка, как ты выглядишь с утра. Мне расскажет зажигалка, как ты выглядишь с утра. Вместе с чеками Лукойл, вместе с мелочью карманной буду жить легко и странно, и все время под рукой. Буду жить легко и странно, и все время под рукой. Положи меня в карман. Пахнет там табачной крошкой, пахнет жизнью понарошку, пахнет глупостью обман. Пахнет глупостью обман. Бестолковые мечты и развязка для гурмана. Ах, в жилете нет кармана, а пиджак не носишь ты. Ах, в жилете нет кармана, а пиджак не носишь ты. Усыгина Ксения, клуб авторской песни «Феникс», руководитель Яна